Григорий Гробовой. В произведении «Учение Григория Гробового» в параграфе 2.1.3, который называется «Способы и средства достижения цели спасения», говорит: «Когда речь идет о спасении, первым принципом является общесозидательность действий на любом этапе спасения. Когда вы действуете в условиях, например, внешней агрессии, прежде всего надо уметь думать о том, чтобы восстановить возможную ситуацию. И если вы можете восстанавливать любую ситуацию до нормы, и значит уровня созидательного развития, то вы имеете тот механизм, который позволяет вам вечно развиваться и гармонично, и созидательно. Поэтому целью данного уровня развития, когда вы достигаете спасения, является то, что средства достижения всегда приводят к созиданию. Если это средства, которые, например, не причиняют какой-либо деструкции, то в будущем это должны быть всегда такие средства. То есть простой пример. Если из ткани человека, например, изымается заноза, то при изъятии занозы какой-либо, значит, в том месте, где она находилась, вы имеете деструктивную ткань, но занозу все равно надо изъять. Потом вы можете восстановить то растение, откуда эта заноза, но в будущем. И значит, способом спасения является то, чтобы не допустить реально проблемы. То есть способом является и средствами является то, что вы должны так действовать, чтобы заноза фактически не попала в ткань. То есть вы должны действовать профилактически. Основной целью моей технологии является не допустить какой-либо вообще катастрофы и при любых условиях не допустить глобальной катастрофы. Произведение «Учение Григория Гробового» создано Григорием Петровичем Гробовым в 2001 году.